кто невзначай сейчас нарушил ваш покой. Ах, ваш приход, мой дед, внезапен, боже мой. Я помешал, быть может, мне пора домой? Нет, нет, ничуть. Я искал Луи, его здесь нет. Но, может, он сейчас придет. У вас дела? Что вы, дело подождет. Подавлен бунт, предотвращен переворот. Я так устал. Быть может, вы письмо писали тут? А что вы, нет, все письма подождут. Какой пустяк. Зачем вы так? Какой пустяк. Вот уж много лет, как в келье я своей живу совсем один. Я посидел давно. Еще блондин, еще вы очень интересный господин. Кардинал, я ведь кардинал. Мужчер, поэтому представьте мне, никак не позволяет замку законный брак. Ну, увы, все это так, все это так. Ах, если б только женщина одна была бы с вами мужу неверна. Какой пустяк. Зачем вы так? Какой пустяк. Анна, ты пойми, что настоящий я во Франции король, а твой Людовик лишь играет эту роль. Королева, королевский полный ноль. Ах, Анна, нет, если захотеть, пойми, Аннет, что ты могла с собой затмить всех королев Европы. Но ты могла любить лишь короля. Ведь я давно другому отдана, и буду целый век ему верна. Что ж, очень жаль. Что ж, очень жаль. Очень жаль.